Учитель говорит Виталику: «У тебя есть 6 яблок. Ты отдал другу Пете 2 яблока, а другу Диме 1 яблоко. То что получится?» «Драка!» В автобусе всегда езди с важным лицом, делая вид, будто бы ты к такому не привык. Спроси, как платить. Потребуй у кондуктора чашку чая. Самые глупые проблемы у людей, которые громко обсуждают их по телефону в общественном транспорте. Да, я не подарочек, но и у тебя ведь не день рождения. У вас какое-то старомодное лицо. В каком смысле? Честное. Зачем вы пилите этот сук? Вы же на нем сидите? А больше ничего не осталось распилить.